Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами на повестке дня семья Колесниковых. Просьба досмотреть это видео до конца, поскольку здесь действительно будет масса событий и много чего интересного. Действия первой серии разворачиваются на кухне. Мать семейства, она же Светы Колесникова, рассказывает своим зрителям, для чего они с дочками собрались на кухне. Свершилось чудо. В семье будет борщ и пюре. Ну, пюре, как всегда, а борщ действительно редкий гость в этой семье. Шеф-поваром сегодня выступает Анжела, которой предстоит важная миссия – начистить овощи и натереть их на терке. При этом Анжела чистит морковь с таким видом, словно идет на Голгофу. Но это еще полбеды. Когда Анжела взяла чудо-терку и начала тереть морковь, конечно, нам с вами было действительно смешно. Но семейство Колесниковых притихло. И мама Света только робко сказала: «Доча, надо аккуратнее и по-другому». Анжела давила так на морковь, что я было подумала, вот-вот, и она развалит стол. Я думала, что Анжела отделается малой кровью, но мама была непреклонна. Видимо, решила заставить Анжелу сварить борщ полностью. Это понятно, поскольку зрители очень часто возмущаются, что Анжела самая старшая из дочерей Колесниковых, но при этом самая ленивая и ничего абсолютно не хочет делать по дому. Не хочется ей помогать маме и сестрам. А в это время, пока Анжела кашеварит с мамой, папа усадил Настю с Дариной в гостиной, и Настя начала читать Дарине сказки. Дарина в этот момент даже без носочков. Ну, можете себе представить. Да, ноябрь месяц, почти середина ноября. Даринка бегает по холодному полу голыми босыми ногами. Ну, а родителям, как известно, и дела нет. А на кухне почти к концу подходит варка борща. Когда Анжела высыпала зажарку из сковородки в кастрюлю, я думала, что сейчас вот-вот и она всю сковородку окунет в борщ. Слава богу, дело было сделано, и вот уже Анжела сидит за столом. Сидит за столом вместе с другими братьями и сестрами. Выражение лица у Анжелы счастливое. Конечно же, ведь Анжела села есть. Я очень рада, что все прошло хорошо, и при варке борща никто не пострадал. Дорогие мои, конечно же, это шутка. Надеюсь, вы поняли. Ну а вот подходим к самому интересному моменту. Второе видео, которое мы с вами будем обозревать с громким названием «Разборки с мошенниками и кинули Максима на деньги». Лёша с сыном поехал в Москву. Нет, не разгонять тоску, а искать ту самую правду. Правду-матку. Насколько вы знаете, Макс отработал аж целых 2 дня на расклейке объявлений. Не жалея своих сил, клеил листовки, расклеил аж целых 200 штук. И вот Колесников поехал с Максом в офис в Москву в качестве, так скажем, тяжелой артиллерии узнать, где деньги. Где деньги за листовки? Пришел Алексей в офис, как всегда, чуть ли не с ноги, с камерой в руках, решил всех напугать. Но две девушки, сотрудницы того самого офиса, оказались не из пугливых. И на вопрос Алексея, где деньги моего сына, вот он, мол, расклеил аж 200 листовок, почему ему не полагаются никакие деньги, ему ответили, что было изначально собрание. Перед началом работы на этом собрании было четко и ясно всем объяснено, что деньги выплачиваются за расклейку 1000 объявлений. Причем на руках у Максима должен быть договор
который он подписал, где был согласен полностью со всеми условиями данного договора. Ну, на что, в принципе, взрослый уже достаточно Максим, которому уже почти 16 лет, который действительно уже должен уметь отстаивать свои права, сразу же пошел, как говорится, в кусты, мол, договор у мамы. Лёха опять попытался своими дешевыми такими приемами с фразами типа «понятно, вы нагинаете пацанов». Лёх, во-первых, уж если на то пошло, не нагинаете, а нагибаете. Ну и вообще, что, Лёша, за выражение? Ты все-таки блогер, да? Почему все твои мысли и выражения всегда идут ниже пояса? Рачком, сзади, взади, нагинаете. И вот он попытался опять поднадавить на девушек, на сотрудниц того самого офиса. Но те оказались не лыком шиты, дали ему достойный отпор, сказав очередной раз, что есть договор, который ваш сын подписал, согласился на все условия и знал, что ему нужно расклеить 1000 объявлений. И за это он получит деньги. Сколько, мол, объявлений было расклеено? На что они сказали 200. Ну, а сотрудницы ответили, вот пусть идет и клеит дальше. Будет 1000, будут, соответственно, и деньги. Ну, и Лёша, естественно, понял, что здесь ему больше ничего абсолютно не обломится, не на тех напал. Также, когда Лёша возмущался, сотрудницы офиса сказали ему, что ему нужно было приходить на собрание по поводу трудоустройства вместе со своим сыном, задавать вопросы, все узнавать, а сейчас нечего махать шашкой. И что это действительно ваши проблемы. Согласна полностью, менять договор исключительно под Максима одного, конечно же, никто не будет. Взялся за работу, зная, что нужно расклеить 1000 листовок, бери и клей. Нечего потом стоять, жаловаться маме с папой, возраст уже такой взрослый, а ты жалуешься папе с мамой. Я хочу сказать одно, что многие парни в этом возрасте подрабатывают грузчиками, подрабатывают на всевозможных оптовых базах, на хладокомбинатах, при этом таская тяжести и находятся в более тяжелых условиях. Это не листовки клеить. А Макс не может даже листовки клеить. Посмотрел, попробовал. Ну и, в принципе, решил, что нет, мол, сложновато, холодновато и не очень-то ему нравится. Ну, в принципе, с таким успехом ничего может и в дальнейшем не получиться. Нет никаких умений, желаний и хватки, и желания особого работать нет. Ну, а на выходе из офиса Колесников всех собак, естественно, повесил на Макса. Сказал, что сам виноват, надо было договор хорошо читать. Видишь, как сказал Лёша Максиму, как тебя поймали совершенно бесплатно. Лёш, вот здесь ты меня действительно насмешил. А если бы поимели платно, за деньги, это как, было бы, по-твоему, круто? Боже, что несет этот человек? И вся эта Лёхина поездка с Максом в офис – это не желание постоять и заступиться за собственного сына. Нет, естественно. Это желание сделать очередной контент, очередной хайп и выложить очередное громкое видео, у которого будет огромное количество просмотров. Да, ну и, конечно же, как я и говорила ранее, Лёха надеялся получить деньги от работы Макса. А тут обломилось. Получилось, что без денег остался Макс, а, соответственно, денег не получит и сам Алексей. Вот так вот, ребят. Ну и третье видео, которое мы с вами сегодня будем обозревать, третий влог семьи Колесниковых, вот теперь все узнают, и как мы готовим и печем. День
на дворе. Действие разворачивается по-прежнему на кухне. На сей раз Света решила разделить обязанности между старшими дочерьми. По крайней мере, так она сказала в начале ролика. Мол, будет салат неженка, и вот Настя должна была чистить овощи, а Анжела их натирать. Да, кстати, Света сказала, что будет неженка, а еще нужно начистить жареной картошки. Ну, Света, как всегда, в своем репертуаре. Значит, Настя чистит морковь, а Анжела должна натереть морковку и остальные овощи. Бедная татерка и бедный стол, подумала было я. Но, видимо, вовремя одумалась Света и решила полностью все обязанности возложить на Настю. А Анжелу не привлекать сегодня на кухню. И вот Настя начала работать на кухне, чистила овощи, занималась, значит, с мясорубкой, прокручивала там морковку, а Анжела тем временем лежала в гостиной, читала сказку братьям и сестрам на роликах Настиных, да, и, знаете, Анжела так вот читала, а при этом Дарина ее абсолютно и практически не слушала. И Света поинтересовалась у Дарины, почему же та не слушает сказку, которую, мол, читает старшая сестра Анжела. Свет, ну понятно, что почему Дарина не слушает. По одной простой причине. Потому что Анжела читает так, что, по-моему, Анжела сама не понимает, о чем она говорит. Соответственно, Дарина вообще ничего не понимает. То есть странно задавать такие вопросы, на которые уже очевиден, каким будет ответ. Далее Света сделала замечание детям по поводу того, что вокруг клетки Шуши огромное количество грязи. Действительно, было очень грязно. И что, мол, необходимо подмести. На что у детей реакция была просто нулевая. Абсолютно никакой реакции. Никто даже не дернулся. Честно, мне очень стало жалко Шушу, поскольку я представляю, если вокруг ее клетки такой срач, то я могу себе представить, что творится в самой клетке. А убирают они, видимо, исключительно только тогда, когда просто идет вонь. Идет вонь действительно уже от клетки с Шушей. Только тогда они там и убираются. Ну и что далее? А далее дети бегают, балуются, играют, кричат. При этом кричат так, что плохо слышно, о чем говорит Света в видео, да, на кухне. Она вроде попыталась на них прикрикнула, но у детей ноль реакции. Мама для них абсолютно никакой, в принципе, не авторитет. И, значит, про младших я не говорю, но старшие никоим образом Анжела с Никитой не помогают маме на кухне. Одна Настя. Настя действительно умница. Проявляет себя на кухне, старается. Видно, что ей действительно нравится готовить. И ей приятно помогать матери. Думаю, что, знаете, из них с Виталиной, вот из Насти с Виталиной действительно будет толк. Поскольку работы они никакой не боятся. И за все абсолютно хватаются. Друзья мои, ну вот такой у меня сегодня получился обзор на канал о семье Колесниковых. Конечно же, желаю вам хорошего дня, прекрасного дня. У нас замечательный солнечный день, обратите внимание. Уточки, такая красота, речка, солнечный день, солнце отражается в воде, просто обалденная красота. Листва, опавшая с деревьев, просто замечательно. Ну да ладно, конечно же, я вам желаю хорошего дня, прекрасного вечера. Берегите себя и своих близких, ну естественно, целую вас всех, обнимаю. Для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, конечно же, мои хорошие, оставляйте свои комментарии. Ну и старайтесь без оскорблений данной семьи. Все, всех целую, всем пока!